За первое полугодие текущего года объем промышленного производства в Карачаево-Черкесии вырос почти на 17%. Об этом на встрече с журналистами сообщил министр промышленности, энергетики и транспорта Мурат Гапов. В республике планируется запустить новые производства и создать рабочие места. Подробности расскажет Мурат Джанкезов. Текущий год объявлен главой республики Рашидом Тимрезовым годом развития промышленности. В регионе осуществляют деятельность предприятия радиоэлектронной, легкой, химической промышленности, предприятия по производству строительных материалов, резиновых и пластмассовых изделий, идет добыча полезных ископаемых. За первое полугодие индекс промышленного производства в Карачаево-Черкесии составил 116%. Своими словами, это значит, что все товары, услуги и работы, которые были произведены предприятиями промышленными Карачаево-Черкесии, выросли на 16%. И по этому показателю мы в СКФО первые среди субъектов СКФО и занимаем третье место по этому показателю среди субъектов по всей России. За полгода объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг в сфере промышленности составил около 33 миллиардов рублей, что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В настоящее время одной из острых проблем большинства промышленных предприятий является острая нехватка кадров, специалистов, рабочих профессий. Российские вузы и колледжи зачастую выпускают студентов, которым не хватает практических навыков для работы по специальности. Одно из возможных решений проблемы – дуальное обучение, ориентированное на прикладные навыки. Развивается производство в Карачаево-Черкесии, и проблема с кадровым дефицитом, как и по всей России, она остро стоит. Тем не менее, по поручению Рашида Борисовича Тимрезова проводится ряд мероприятий. Нами организован промышленный туризм на предприятия промышленные, чтобы дети, студенты, школьники могли с детства иметь возможность посещать различные интересующие их предприятия. Важным показателем являются инвестиции в основной капитал. Это увеличение стоимости активов предприятия вследствие дополнительных затрат на приобретение, модернизацию, реконструкцию, строительство и прочие действия с целью повышения прибыли. И в этом сегменте республика демонстрирует хорошие показатели. У нас по итогам полугодия очень хорошие показатели по объему инвестиций в основной капитал, и половина из них – это свыше 10 миллиардов, и половина из них приходится на промышленные предприятия. Так, объем инвестиций в обрабатывающих отраслях у нас вырос в 4,5 раза. За первые полгода это в 4,5 раза по отношению к полугодию прошлого года. В Карачаево-Черкесии будет разработана стратегия развития промышленности республики на ближайшие 5 лет в рамках объявленного в регионе года промышленности. Намерены создать новые предприятия. Например, такие как производство пневмобаллонов мощностью более 100 тысяч штук в год. Ввод в эксплуатацию новой трикотажной фабрики или запуск очередной фабрики по производству ПЭТ-бутылок. В свою очередь, это десятки и сотни новых рабочих мест. Мурат Джанкезов, Вести Карачаево-Черкесия.